Я тут быстро. Вот там такая прекрасная лодка, блядь, Айова, блядь. Да ладно, блядь, первым. Я-то тут уже как дурак. Хорошо, хоть Миссури подтянулась. Ну-ка посмотрим, что Карнот нам скажет. О, блядь, его набрали уже. Теперь можно разгоняться. Слишком активно. Всех мгновенно разбирает врагов. Смотри. Пока Леон от меня за островом шел, блядь, они от него ничего не оставили. Пока, блядь. Наведешься на кого-то, уже нету никого. В живых. Да народ лютый, блядь. Этой катки. О. Хоть что-то, да? Не говори. Вообще, чё хорошо, вот когда играешь с этими транспортами, от них можно поправлять курс. Да. Если удачно попадаешь, прям здорово так. Он тебя отпихнет, а направит куда надо. Так, вы в бою, я так понимаю, да? Угу. И запись ведем боя, блин. Показывать, какие мы крутые. Как мы ботов из ПМК разбираем. О, май год. Не, лучше Смоленск, там вообще не придумать. Да, понятно. Лодка на все времена. Да она настолько универсальная, токсичная, ужас просто. И дымы, и торпеды, и скорострельность, и точность, и баллистика. Вот тебе Брест на, блять, мало как ее.
Сколько ты там наколотил уже? Да херня, 130, блядь. У меня это уже 130. Ну, так у меня АПМК вообще-то. Нормально, меня закинуло в бой, я даже знать об этом не знал. Ух ты, я с авианосца почти 30-ку снял. Подловил я его. Чем это так бах? Шлифоном. А. Не, я, блядь, поиграл вчера на нем. Стреляю там с 10 километров. Снаряды летят, ПМК точнее, херач, чем я. Мне ли кажется, или либо здесь хилка на корабле стала намного хуже работать, блядь. Она что-то, блядь, не живая, по сотке добавляет, блядь. Как-то медленно. Или про какую хилку ты говоришь? Ну, которая на крестике на этом, на транспорт лидер. Да, она по сотке. Всегда так вообще-то было? Нет, mm-hmm. Вообще-то должно по 200. Mm-hmm. По 200 должно добавлять. Нет, по, не тут. Если есть хилки такие стационарные, тут я согласен. Нет, они, да, те быстрые. Дают. И вот на этих, на авианосцах или, быстрые, а на транспорте... Или, да, или вот которая, где цветок сакуры, там вообще хорошая хилка. А если это типа раптора, где ты с ним идешь и хилка за тобой идет, ну, там херня. Нарай. У Нарая есть хилка, а где там хилка? Подожди, или мы не в Нарае? В Нарае мы, да? Ну, на этом, а, есть, да-да-да, у Нарае... В Нарае нет, я еще не играл, не могу сказать. Ты на ней миллион раз играл. Где авианосец, да, с левым, да, флангом. Да, да, но я... Ну, может быть, там что-то поменялось, поэтому я сейчас, к сожалению, не знаю. Вот там в засаде стоит. Я тебя потерял, блядь, не могу. Думаю, где же он, блядь. На миникарту не посмотрел бы, не увидел, блядь. Я качаюсь. Я себе сижу тут, калачу. Потихонечку.
маньяки, блядь, херачат, блядь. Ну-ка, сколько, блядь, у тебя, Вова, скажи-ка? 236. Ха-ха-ха, 275. Ну, ты с ПМК ж херачишь там. Ну чё, ПМК это тоже уметь надо играть. Ну-ну, угу. Нажать Ctrl и кликнуть левой кнопкой мыши. Смотри, а как он оказался... А, ты лодок больше утопил, ё-моё. А нет, я больше. В смысле, у меня почему ты-то выше лодок меня? Не знаю. Мы оба по 9 лодок, блядь. Да, это объебон, это накрутки, блядь.